48-летняя Лера Кудрявцева выписалась из клиники перед Новым годом. Телеведущая наслаждается зимними праздниками в кругу семьи. Блондинка сводила годовалую дочь Марию на новогоднее ледовое представление. Лера выбрала сказку Евгения Плющенко «Золушка». Ведущая программы «Секрет на миллион» опубликовала кадры, сделанные после спектакля на льду. Женя Яна, фантастически красивое шоу «Золушка». Вы большие молодцы. Горжусь вами. Браво, обратилась жена хоккеиста Игоря Макарова к Евгению Плющенко и Яне Рудковской. Продюсер поблагодарила звездную подругу за такие теплые слова. А, нереально, спасибо. Как мы не увиделись, написала Яна. Поклонники телезвезды выразили радость от того, что она уже оправилась после операции и проводит время с дочерью. «Прихожу в себя понемногу», — сообщила подписчикам Кудрявцева. Лера откровенно рассказала, что у нее протек имплант. Блондинка увеличила грудь 15 лет назад. Ей потребовалась срочная операция. Она длилась 4 часа. «Мы составили список звезд, которые избавились от имплантов», —